Всем привет, сегодня с вами поиграем в мобильный шутер, который будет круче, чем полигон мировой войны. Всем полностью и графикой, и геймплеем. Что у нас есть из снаряжения? Автомат М3. Патронов 35. Смотрите, как он, похоже, перезаряжается. Какая-то рукоятка есть. Автоматы, винтовки, пулеметы. Вот, кстати, я с таким пулеметом буду ходить. Улучшить его. Использовать. Вот, смотрите, он у меня по стандарту, похоже, будет. Берлин, командный бой. Две команды сражаются друг с другом за превосходство. Побеждает команда, которая... Что за глаз? Давайте в бой. Смотрите на графику. Мобильная игра. Вот только единственное непонятно, я с реальными людьми играю или с ботами? Так, может перезарядиться. Ах ты гад. Гранатку только кидаем. Но у него такой ник интересный. Его сразу же грохнуло гранатой. Перезаряжаемся. Но видите, мне не дал перезарядиться. Я буду ходить с ником Топси. Так, забираем тебя. Что? На. И дверь открыл заодно. Попал. Меняем оружие. Только как? Как тебя заменить-то? То есть? Я свое, что ли, заменил? Нет, а где мое оружие? Похоже, мой автомат подобрали. Мне нечем больше воевать. Получается, я побежал. А, за аптечками тогда. Вы подобрали очки жизни. Побежали далее. Мне нужно было просто наступить. Лопаткой. Берем пистолет хотя бы. Ура. Отвоевали пистолет чудом. 7 патронов всего. Попал. Попал. А, и меня попали в бой. Вот, наконец-то мой автомат. Напишите в комментариях, что такое произошло. Почему у меня отняли автомат? Тут идет автострельба, по крайней мере, я это не отключал, очень удобно. Прячемся. Да можно, в принципе, обойти. Так, у нас еще 2014. Это мобильная игра. Заметьте. Просто обошел. Ничего себе. Просто захватили. Перезаряжается. Кто? Попали. Смотрите, плеер, похоже, это не бот уже. Так, кто-то наверху прятался. Новый уровень, ура. Да, какие-то странные имена, как будто бы это боты. Лучший игрок. Давайте посмотрим снаряжение. Что мы можем с вами поменять? У нас есть 42 гранаты. Пулемет. Так, это все можно докупать. Снайперский прицел можно добрать. Как это без гаджета? Зачем нам без гаджета? Патроны. Что можно сделать? Тактический магазин 50, тяжелый. И барабанный 110. Так, берем, если можно. А, это за 110 монет. Хорошо, берем. Три нога есть. Сошки называется. Пока без нее. Пламя-гаситель. Интересно, зачем он нужен? Трассирующие пули. Бронебойные пули. Давайте бронебойные. Краска. Камуфляж. Вот такой. Забираем. И какая-то бирка еще есть. Утенок. Давайте кассету. Неплохо. Вот это у нас пулемет. Винтовки есть. Наган Мосина. Разброс. Кстати, пулеметы. Ах ты, у нас урона почти нет. А, это все уже с 10 уровня. У нас только 4.
Все дальше идет пока что за золото. А это наш единственный автомат. Очень слабенький урон, смотрите. Хорошо, будем ходить с пулеметом. Сталинград, командный бой. Две команды сражаются друг с другом. За превосходство побеждает команда, которая набирает большее количество очков. Так, сразу же в бой тогда. Не будем тратить время. Ничего себе, прям с кассеткой будем ходить. Целиться. Ёкарный выжил. А, ты свой. Я думал, все, уже мне конец. А, мы же их видим на карте-то. Так, стреляй уже. Получилось. Так, мне кажется, по нам уже стреляли. Сзади меня. О, все, слег. Перезаряжаемся тогда. Ничего себе, магазин взял. Смотрите, 270 патронов. Так. Даже не парюсь, видите? Стреляю издали. Еще 75 патронов. Батяра. Это интересно, бот или нет? Давайте зайдем в дом на всякий случай. Как это нам вообще поможет? Стрелять. Сразу убрали, ничего себе. Это были мы или нет? Так, мы видим людей-то, они на карте отображаются. Вот слева будет... Вот слева будут двое. Побеждают пока фашисты. Во-во-во. Так, стреляй. На-на-на-на-на, гранатку быстрей. Положил хоть? Получилось. У нас есть время перезарядиться. Но почему это фашисты побеждают, интересно? Ничего себе. Вот сюда нужна была граната. Побеждают фашисты. Вау. Это очень плохо. За родину, смотрите, танки. Такие атмосферные. Эта игра называется «Герои мировой войны». Неплохо. В принципе-то. Да, мы эти точки все видим. Они на карте отображаются. Целимся в голову. И скачем. Все, сейчас нужно точно перезаряжаться. Подождите, я не собирался играть за фашистов. Да неужто мы? Граната. Не успел. Меня убил Доната. Битва с длинной дистанции. Там кто-то будет, смотрите. Кто-то в здании. Все, уже полег. Смотрите, смотрите. Ничего себе, это я так шмалировал. 23-12. Переходим. Давайте на самую крышу залезем. Нет, так не получается. Ты кто? Он даже не узнает, где я. О, вижу. Так, стреляй уже. Попадение в голову. Ничего себе, повезло. Гранатку давайте кинем. На гранату. Задание завершено. Ваша команда победила. А, то есть я играл за фашистов. Мы играем за случайную команду постоянно. Сейчас мы играем за союзников. Так, похоже, полегли.
перезаряжаемся. 19 патронов. Видите, уже ведем 5-4. Так, ничего себе. Как вообще лечиться? Как волчиться? Помощь убийстве. Допустим. А, я только еще сейчас восстанавливаюсь. На, гранатку. Докидай гранату. Ах ты, вот здесь первым на него напоролся. Если вы далеко от цели, перезаряжайтесь тогда. А давайте кинем гранату вообще вдаль. Можно так? Все, сразу положили. Ах ты. На. По своему нельзя стрелять, видите? Сейчас появится там. Мы просто их ждем здесь. А, это я за камнем, прикол. Еще там ходят, смотрите. Играем до 30 фрагов. 25. 26. 27. Кидаем гранатку сразу к проходу. Еще. Еще. А, больше нет гранат. 29. И 30, все. Ваша команда победила. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами впервые посмотрели игру «Герои мировой войны». С вами был Топси. Всем пока.